Весенний сон все равно, что мираж. Жил на свете отец с двумя сыновьями. Жили они, горя не знали, и вдруг отец умер. Умер, а завещание не оставил. Прошло несколько дней, и однажды, весенней ночью, когда младший брат крепко спал, старший, жадный-прижадный, вдруг как закричит, проснулся младший в страхе, не поймет, что случилось, и говорит: «Если ты, брат, хочешь криком выразить скорбь по отцу, то давай кричать вместе». Отвечает старший брат: «Дело не в крике. Во сне мне явился отец и так ласково говорит: возьми себе все рисовые поля и ферму в горах». Сказал и исчез. И так мне радостно стало и в то же время грустно, что я закричал. Смекнул младший брат, куда старший клонит, притворился, что спит, а сам закричал. Проснулся старший брат, в чем дело, спрашивает, а младший ему отвечает: «Явился мне во сне отец и говорит: отдай дом брату, а себе возьми домашнюю утварь, рисовые поля и ферму в горах». Сказал, так и исчез. «Такова твоя воля!» — воскликнул я и проснулся. До сих пор в ушах моих звучит голос отца. Рассмеялся старший брат и говорит: «Весенний сон все равно, что мираж, ничего он не значит». Отвечает младший брат: «А ты разве осенний сон видел?»